Меня зовут Пинигин Евгений, и я автор и руководитель проекта Grand Joy – доставка с путешественниками. Мы делаем сервис, на котором путешественники регистрируют свои маршруты, а пользователи могут написать им и попросить что-нибудь передать за небольшое вознаграждение. Например, скоро будет Новый год, и вы можете просить передать подарок из Новосибирска в Москву, а взамен подвезти путешественника из аэропорта. Это на самом деле давно известная истина, которой пользуются бабушки. Наши бабушки, мамы и родственники постоянно что-то передают, если у них дети растут в другом городе. И поэтому мы взяли бабушку за основу, подумали, что наш сервис был бы ей в радость, и поэтому назвали его Grand Joy. Это значит бабушки на радость. Путешественником может стать любой человек. То есть просто если вы куда-то собираетесь, у вас есть какая-то поездка, вы можете помочь кому-нибудь с доставкой, вставляете маршрут и помогаете. Маршрут нужно опубликовать на сайте. Идея пришла нам в голову в начале прошлого года. В апреле мы с сыном вернулись из поездки в Индию. Вот. И как-то раз мы возвращались из магазина и думали о том, как хорошо в Индии. Мы соскучились немножко и хотели что-нибудь привезти оттуда. И вспоминали, кого же можно попросить из друзей привезти нам. Вот. И в какой-то момент нам пришла идея сделать сайт, где не только мы можем просить привезти, но и все остальные желающие. Мы встретились с руководителем Зворыкинского проекта и, представив ему идею, получили грант на 30 тысяч рублей, и это послужило как бы нам для разработки сайта, мы их использовали. Если рассматривать доставку по России, то больше это передачки от родственников, близких, забытые вещи. Если рассматривать доставку из-за границы, то тут уже те вещи, которые сложно достать в России. Или доставка обходится сильно дорого. Если хочется что-то из-за границы доставить, то доставка путешественниками, она выигрывает в скорости. То есть можно подобрать путешественника, который возвращается через 3 дня или через неделю. А из США, допустим, чтобы что-то доставить или там с Алиэкспресса заказать, это занимает там 2 месяца. Посылки теряются. Как бы у нас все посылки доходят до адресата. Есть, допустим, люди, которые часто куда-то ездят по работе, то есть там раз в неделю они мотаются. Для людей это возможность дополнительного заработка. А можно почувствовать себя Дедом Морозом. У нас реализована система отзывов, то есть если человек что-то доставлял, то ему обязательно оставляют отзыв, рекомендуют его или не рекомендуют. И также, если вы хотите попросить кого-нибудь что-нибудь передать, то вы смотрите его профиль в социальных сетях, смотрите его активность. Возможно, у вас есть общие друзья, это уже решает в каком-то смысле, можно ли ему доверять или нет. Человек сам делает свой выбор. На самом деле путешественники когда-то приходят в первый раз, большинство продолжают регистрировать свои поездки, особенно если вы помогли кому-нибудь уже с передачкой, что-нибудь привезли, вас обязательно благодарят за это, и обычно путешественники остаются довольны, то есть их могут подвезти из аэропорта, либо подарить им коробочку конфет, либо как-то материально отблагодарить. И большинство людей регистрируют маршруты второй, третий раз. То есть есть девочка, которая уже у нас больше 50 поездок зарегистрировала за год. Сейчас мы делаем все сами. У нас есть, понятное дело, команда девчонок, которые нам помогают. Сейчас в основном наибольший эффект дает социальные сети, потому что там все очень быстро расходится, все быстро превращается в сарафанное радио. В нашем проекте важен баланс, чтобы были и путешественники, и заказчики из одних и тех же мест. Потому что, допустим, если кто-то живет у нас на Аляске один, да, и он путешественник, у него все маршруты завязаны на Аляску, да, он из Аляски путешествует там в Канаду, там в Калифорнию, еще куда-нибудь, но, допустим, заказчиков оттуда нет. В итоге ему становится неинтересно, он понимает, что для него это не работает, он не возвращается, хотя, в принципе, ему было прикольно. Поэтому мы начали с русскоговорящих, чтобы не было никаких языковых барьеров, чтобы люди были привязаны к одним и тем же местам. Но сейчас у нас в топе 3 города. Это Москва, Питер, Новосиб. А потом уже идут Екатеринбург, Челябинск и другие города России. У нас были путешественники из Австралии, и из Японии, и из Канады. И даже по Африке были путешественники, и в Южной Америке.
Даже если путешественника, который вам нужен из нужной страны, нет сейчас на сайте, можно оставить заявку, и как бы, может быть, через неделю он найдется. Ну, у нас в среднем на сайте где-то 380-450 поездок доступно. Ты заходишь, вот тебе есть выбор. В будущем мы переведем сайт на английский язык, и, конечно же, мы будем выходить и на Европу, и на Америку прежде всего, потому что по Европе путешественников между странами гораздо больше. Будем очень рады, если человеку, когда нужно будет что-то доставить по России, то он будет первым делом вспоминать не курьерские службы и Почту России, а будет думать о том, как бы передать с путешественниками, проверять на нашем сайте, и только потом уже, если там что-то не получается, то пользоваться курьерскими службами и так далее. Люди действительно становятся более открытыми, учатся помогать друг другу, и получается, что мы как бы все друг о друге заботимся, помогаем, и в то же время получаем за это что-то, да, отдачу, спасибо, благодарность. Это нечто большее, чем бизнес.